Северске на тамошнем одноименном новотрубном заводе в 6 часу вечера и трубоволочильном цехе номер 9 приключился несанкционированный пожар, эпицентр которого затаился в силовом шкафу, где, по предварительным данным, может быть, наверное, не исключено, что, скорее всего, накоротко замкнулась силовая электроцепь. Как сообщили в пресс-службе группы ЧТПЗ, цитирую, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в течение 10 минут собственным пожарным расчетом и первичными средствами пожаротушения. Пострадавших нет. Конец оптимистичной цитаты, конец пламенного репортажа.